такое вообще клипа? Это весь я, это все то, что кроме мыслей о товарищах и о Творце. Это базар шелха. Это не плоть твоя, это не твоя плоть. И не мир, а только твои мысли о вне цели творения. Это клипа. То есть, кроме того, что ты связан с товарищами и с Творцом и направлен на точку объединения между вами, кроме этого, все это клипа. Так это вся жизнь получается. Ло, зеталуй альмата хушев. Нет, это зависит, о чем ты думаешь. Ты не можешь просто так сказать о столе, о доме, о воздухе, что это клипа. Нет? Ты также не можешь сказать о каком-то произведении, музыке, о книге, что это клипа. Но как ты относишься к этому? Если это отрывает тебя от слияния с товарищами и с Творцом, и это, по сути дела, направление твое на цель твоей жизни. Так любая вещь, которая не способствует тебе достигнуть цели жизни, называется клипой. То есть она существует в желании и в мысли твоих, клипа. Если ты даешь ей место. В момент сомнения, когда я вот хочу определить, что клипа, а что нет, как правильно все-таки вот сделать выбор? Не нужно копаться в ней. От того, что ты начинаешь выяснять такие вещи, она только усилится. Лучше сразу же перевести себя на другую сторону. Думать об объединении, Творце, прочитать какую-нибудь статью, послушать какую-нибудь песню нашу, что-то в этом роде. Как можно меньше находиться в выяснениях о клипе. От этого она буквально наполняется, наслаждается. Вот ладно, мы... Солютина, как продолжение. Вот, вы и раньше, и сейчас говорили меньше находиться в выяснениях, не думать, а действовать. А здесь в статье все время используется, говорится, что о мыслях. Вот мыслях думать. А что такое мысли, что такое действие? Мысли, действия — это одно и то же. Махшава и рацион — это одно. Мысли, действия — это одно и то же. Все выясняется в мысли. Но не то, чтобы мы находились в противоборстве и выясняли это. Нет у нас никакой возможности правильно выяснить. Мы с самого начала находимся в клипе, и поэтому не стоит нам. Нам стоит лучше все время сохранять нашу связь со сохранять нашу связь со святостью. Человек, группа, Творец. Вот и все. Это так просто в конечном счете. И все вещи, которые возникают у нас в голове и в сердце, вместе с этим мы выбрасываем их наружу, не хотим быть связанными с ними. А иначе только ты наполняешь клипу, питаешь ее, наполняешь ее, кормишь ее, и тогда она становится только сильнее.